Йо, друзья, всем привет, меня зовут Undermine, и добро пожаловать в прохождение игры в Роблоксе под названием God's Will. Как я понимаю, это по какому-то там вроде корейскому, что ли, фильму, или сериалу какому-то, короче, хоррорному. И, короче, эта игрулька даже стрёмная, вроде бы. Я не знаю, я ни видосов, ничего не видел, я ни разу не играл. Ну, давайте попробуем. Так, допустим, куда? Тут 3 из 20 человек, то есть 20 человек может играть, смотрите, в раунде. Окей, надеюсь, мы не вдвоем будем, а сейчас зайдет как можно больше людей. Вот, уже 5, 5 это уже лучше, но желательно, чтобы их было вообще дофига ли он. Так, окей, окей, мы пока что ждем начала раунда. Я, если что, играю на геймпадике. Так, 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 ну, естественно, я, если что, могу заниматься, что-то делать с клавиатурой. Так, так, подождите, я хотел... так... геймпассы, эмоции. Так, ладно, все, окей. Окей, окей, окей. Я, короче, учусь играть с геймпадика в Роблоксе, потому что я поиграл как-то с геймпада в Роблокс. И просто я жесть как кайфанул. Прикиньте, облокотился ты на мягкий стульчик, пододвинул к себе микрофончик, включил запись и спокойно просто играешь и комментируешь. Поэтому я просто обожаю, и раз в денечек я такие видосики на геймпаде буду снимать. Ну и уже как раз этим и занимаюсь. По поводу Return to Animatronica. Ну, в ближайшее время, скорее всего, прохождения больше не будет, потому что вы, ребята, особо актив не проявили, так что, видимо, вам не нравится. Вот. Ну и, в принципе, если вы хотите, то напишите в комментариях или поставьте лайк. На предыдущей серии давайте 7 лайков наберем, и тогда я сниму все-таки продолжение Return to Animatronica. Просто пока вы особо актива не проявили, я не понимаю, снимать ли мне дальше. Пока что я не буду. Ну, это. В комментариях напишите, хотите ли вы Return to Animatronica дальше проходить. Прохождение увидеть. Так, окей, а когда у нас раунд начнется? Через 20 секунд. Отлично. А... почему опять через 120? Почему 2 из 20? А, потому что нас уже телепортирует. Так, что-то стрёмно стало как-то. Так, окей, давайте уберем вот это вот. Окей. Загрузка вот с этим вот кругляшом, я не понимаю. Но у него сзади есть кнопка деактивации, насколько я знаю, потому что я видел нарезки в YouTube-шортсах этого сериала. Я его, кстати, тоже не видел, или это фильм. Я не знаю, я его тоже не смотрела, только чисто нарезки в YouTube-шортсах видел. А там жесть, там мясо, это я единственное, что знаю. И знаю, что у него, опять же, кнопка есть сзади. А еще он дед какой-то пердет. Короче, он какие-то дьявольские задания нам будет давать. Мы типа в школе находимся, и мы должны их выполнять. Что-то мы сделали не так, и он нас убивает, вроде бы. Как я понял. Возможно, это не так, конечно, но сегодня поиграем и, собственно, поймем, надеюсь. Окей, так, погнали. Хорошо, что Roblox начинает уже помогать, имеется в виду там управление с геймпадом, все дела, как оно делается. Опа. Так. Так, так, так. Что происходит? Кайма Сапумба! Дарума гейм! Так, подождите, а по-русски если? Так, окей. Так, 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 так. Press button on his back to win. А, нужно нажать на кнопку, которая у него на жопе. Так, ага, ну я как раз говорю. Почему мы в самой жопе тут сзади оказались? Так, окей. Погнали! Погнали, покемонус! А, это красный цвет, зеленый цвет. Теперь все, если он уже убивает людей. А, меня возрядят, слава богу. Ну ты говно тупое, он меня взял и толкнул. Здесь толкаться можно, оказывается. О, ревайвд. Хорошо. Так, я проиграл, да, или нет? Да, видимо, все-таки проиграл. Я ничего не понял, погодите, в чем прикол всей игры, боже мой. Так, окей. Ну, если я сдохну, как я понимаю, то я теперь не возражусь уже, да? Так, be careful. Короче, тут надо садиться, как только музыка заканчивается, как я понял. Блин, на геймпаде так как-то тяжело здесь играть. Так. Дэш, пикапыч. Так, а как сесть-то? Как сесть? Так, главное, не потрескавшийся стул сесть. Так, старт. Старт, 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 старт. Так, окей, тут есть стул. Так, я перехожу на клавиатуру, я не понимаю, что делать. Так, так, окей, как взять стул? Ой-ой, у меня проблем. Так, я взял стул. Нет, нет, я уже выкинул его. Так. Опа, так, хорошо, 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 я тащу стул.
Мы должны сесть, каким-то образом сесть. Есть! Yes! Я засейвился каким-то образом. Так, окей, а как на клавиатуре, ой, на геймпаде подобрать стул? Самый главный вопрос. Все, ему жопа, да, вот это? Боже мой, что за жесть здесь происходит? Так, как брать стул? Как брать стул? Брать стул. Так, как брать стул? Так, я понял, как брать стул. Я понял, как брать стул. Окей, я научился брать столы. Стулья. Так, отстаньте. Так, главное сбежать от всех и не... Дайте стул. Так, все, у меня есть стул. Отлично. Пока все окей. Так, кидаем стул. О, нет, он улетел. Мне жопа, кажется. Я вижу. Так, 9 секунд, я успею, нормально. Все, есть! Фу, засейвились, причем как... Жесть. Боже мой, прикиньте, в такую школу прийти, что происходит? Так, стул, взять стул. Блин, еще эта музыка стрёмная какая-то, непонятно. Что происходит? Так, самое главное, что... Стульчик, ты куда, родненький? Ой, за мной погоня. Погоня, это нехорошо. Это, в принципе, ясно. Эй, куда? Куда стул? Я его не трогал. Меня выкинулся с... Фух. Нормально, все. Окей, меня же со стула не могут, да, выбить никак? По логике, да. Так, окей, ну, пацанам, кажись, жопа. Там, кстати, один из пацанов меня вроде подставил, так что если он сейчас сдохнет... Да, он сдохнет. Ну все, отлично. Вот это вот с серой головой, он вроде меня подставил, вроде бы. Так, окей, стулов меньше. Так, забрать стул и водить его с собой. Так, забрать стул и ходить с ним. Это моя тактика. Так, стул, он вылетает, так что лучше бегать прямо вот направленным лицом к стенку. Так, забрать какой-нибудь стул. Стул. Есть. Так, бросаем стул. Садимся. Yes! Хорош. Халашиха. Просто... На тебе. Фу-ху-ху, жесть. Блин, я весь экран... Yes! Я выжил. Отлично, ребят. Пронесло. Так, окей. Такое ощущение, что еще не все. Так. Ага, но эти твари, как я понимаю, не сдохли из-за того, что мы прошли их уровень, да? Или в чем прикол? Так, у меня открылась косметика, кстати, какая-то. Давайте посмотрим, что у нас тут. Принял. Так, вам пофиг. Окей, hide and seek! Ёлки-палки, you have 30... Короче, у меня есть 30 секунд, чтобы спрятаться. Я перепутала русский и английский язык вместе, да? Get ready. Так, окей, куда бежать, чтобы спрятаться? Побежали туда вместе с пацанами. Вместе с пацанами. Давайте туда. Я думаю, они профессионалы, раз они так долго тут куда-то убегают. Так, окей, пойдемте туда. 17 секунд. Мне же ПЛ. Может, к ним вернуться, не знаю. Так, окей, побежали туда. Блин, а стрёмно на самом-то деле. Так, точняк, батут. Алло, батут. Батут сдох. А нет, не сдох. Нормально. Так, окей, я буду здесь на столике бегать. Так, а нас будет искать гигант или нет? Так, 100 секунд, чтобы выжить, да? Так, допустим. Я просто не понимаю, в чем угроза. Там, если там будет мелкий карапуз бегать, то спокойно можно выжить, в принципе. Так, окей, пока все нормально, я даже могу почесать нос. Так, нормально. Живем. Так, 90 секунд, это чуть больше минуты. Так, окей, это наш бегает. Так. К нам в комнату даже, как я понимаю, еще никто не пришел, да, из искателей. Я не понимаю, как искатели должны выглядеть. Просто вот. А может, мы друг друга искать должны? Да не, навряд ли. Опа. Я слышу кого-то рядом. Так. Так, это наши, да? Это все наши. Ой-ой. Там как будто бы не наш был. Это наш. Все нормально. Так, 50 секунд, меньше минуты уже остается. Ну, почти 50 секунд. Так, окей. Так. Хорошо. Фу, стрёмно почему? Блин, я в бенде, что ли, попал только черно-белый? Или что? Сейчас прям супер похоже. Тут какие-то тыквы еще стоят везде, непонятно почему. Так, окей. Окей, no problem. Так, кто бежит? Это пацанчик. В принципе, 35 секунд, может тоже побежать? Я не знаю, типа, как выглядит искатель. Может, он искатель какая-то... Так, у нас 25 секунд все равно, я думаю, все норм. Блин, подождите, а стикеры, они тоже подсвечиваются? Я увидел стикера. Я увидел искателя, надеюсь, он к нам не пойдет. Так, где он?
Ладно, все норм, побежали, короче. А, вон там стикер. Как он выглядит? Подождите, я хочу понять, как выглядит стикер. А, это просто обычный игрочок. У него бал какая-то огромная. Игрочок, игрок просто. Так, ну все ясно, в принципе. Окей, побежали тогда в следующий раунд. Я в первый раз играю, я живу. Хотя нет, я на первом уровне сдохну. На первом было просто непонятно, что делать. Здесь тоже непонятно, что делать. Students. We will be playing a game. But a special type of game. I will need a generous volunteer to partake in this challenge. Who shall it be? Что я сделал? Я что, кого-то убил? Так, что с ним случится? Что происходит? Я ничего не понимаю, ребят! Что за говно? Так. А, типа за нее больше всего голосов, поэтому ее убивают или что? В чем прикол? Я не понимаю. Так, окей. Ее убьют или что? Или ей просто надо пройти челлендж и, возможно, ее убьют? Почему она не двигается? А, видимо, ее все-таки... Voting game. Так, так, так. Так мы тоже должны, да? Я не понимаю. Она типа одна играет, потому что за нее больше всего голосов или что? Или мы сейчас будем голосовать, типа, кто умрет, а кто не... Get ready. Чё, get ready? Я тоже что-то делать должен? Так, game. Game start. Окей, что стартанулось? А, мы просто смотрим. Понял, за нее больше, типа, голосов, поэтому она играет. Ага. О-о-о, ну просрать тут есть шанс. Всё, я сейчас убью, да? Всё. Надеюсь, за меня не будут голосовать. Боже мой, пацан, ты чё? Так. Надеюсь, больше подобных игр не будет, потому что не хочешь, чтобы... Потому что... Игры, где надо голосовать, за кого убьют, это вообще это жопа. Там. Оп. Чё я бананчик? Почему я бананчик? О, монетки. Монетки надо собирать, да? Ну, логично. Что с ними еще делать в играх обычно? Так, стойте, тут надо, наверное, избегать всех игроков, да, или что? И сейчас мы драться будем или что? Так. Что за говно? Что за говно? Что это такое? Monkey Game. Так, у нас есть, как я понимаю, Rocket, это типа... Это не Rocket Launcher, типа. Что надо делать, что надо делать, что надо делать? Просто бег, да? Просто выживать! Короче, нужно нажимать на вот эту фигню, которая у нее на жопе там. Так, вот этот вот вентиль. Ну, в принципе, можно просто побегать, и это кто-нибудь сделает за нас, я думаю. Окей, давайте делать, повторяясь за кем-то другим. Так, окей. Окей, по ней стреляет такое ощущение. Так, я могу как-то по ней пулять или что? Я могу по ней пулять! Я могу по ней пулять каким-то образом. Так, я забыл как. Так, видимо, там у меня типа очередь есть. А, все? Все, мы это сделали. А, вот, мы прокрутили это говно. А, он сейчас встанет обратно, да? Он еще не все. Надо так пару раз будет сделать. Окей, я вроде начинаю понимать. Так, надо отходить подальше, потому что вот это говно, оно далеко летит, очень опасно. Так, опасно, очень опасно. Оно еще может просто скользить потом по земле и влететь в тебя. Так, окей, окей. Блин, может мне такой бананчик реально купить? Хотя нет, я видел костюмчик виноградика. Ну, типа, он по той же схеме работает, как этот костюмчик. Бананчика! Так, где? Где? Он на нас идет, да? Он смотрит на нас, это жопа. Так, окей, он отвернулся. Так, 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 бананы летят. Жопа, жопа, жопа! Нормально, нормально, нормально. Так, окей, живем, 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 живем. Давайте крутите! Я не буду крутить, потому что это странно. Страшно, боже мой, что я нервничаю? Это так, вроде бы просто надо довольно просто выживать. Типичная, как вот игра в Сумара была, вот игра. Так, вот здесь я понял, как стрелять. Так, я понял, как стрелять. Изи. А это еще не все, да? Еще не все, как я понимаю. Что-то мне это не нравится! Тихо, тихо, тихо. Ракеты надо собирать, от бананов уворачиваться. Я понял, и у него голова теперь ездит. Так, окей, я все понял. Давайте собираем бананы при следующей встрече с ними. Так, тихо, тихо. Вот, бананы летят, от бананов надо уворачиваться, я уже перепутал все, надо ракеты только собирать, точнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас проблема. Так, отстань, 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 отстань. Блин, мне это какой-то Atomic Heart почему-то напоминает, я не знаю почему. Вот отстань, вот именно, чебурашка фигов. Так, 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 так. Ракету отдай. Так, ладно, главное, что не на меня. А, так они летают с помощью ракеты, а смысл тогда? Ага. Бросаем. Я мог, вот, я кипросил. Что вот это движение у меня сейчас было? Так, окей. Так, так, так. Голова тоже деактивирована. Так, окей. Все! Оно пердит! Оно в смысле, оно взрывается. Окей, это все, да?
Мы пережили эту. Вы что делаете с ней? Что за джига-джага? Ребят! Давайте пока с вами поговорим, не надо туда смотреть. О, выход! 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 Хочу! Хочу выход! 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 Пожалуйста, дайте бежать! Дайте бежать! Дайте... Добежал! Добежал! Это все? О, Squid Game там сверху, ну типа игра в кальмара. Так. Придем здесь с доставкой пиццы. Breaking news. Breaking news. Worldwide reports indicate that students are being forced to participate in a mysterious game with little to no known. What? This can't be true. This sounds like fake news. They're trying to scare people or something. Типа, мужику показали новости, как мы победили эту обезьянку, и он не поверил, да? А, это еще продолжение идет. Doors, doors, doors. Надо выбрать, получается, дверь. Или что? Нужно посмотреть в телек, увидеть, какая там дверь, и выбрать точно такую же. Ну, типа, тут у дверей они небольшими отличиями владеют. А именно, они, у них разные, типа, стороны глаза, там, и всякое такое. Окей. Так, окей, что показывает телек? Так, окей, спокойно, главное... Не понял. Что нас крутит? Что нас крутит? Что нас крутит? Эй, алло! Так, куда, куда? Что за говно? Так, окей, норм. Норм, 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 норм. Так, все бегут туда. Вот, все побежали туда, и вроде норм. Пожалуйста, мы... Ну, мы должны выжить, потому что... Вы что, офигели? Вы что, офигели, твари? Все, ребят, это жопа. Девочка, давай, гудбай. Твари просто взяли и выкинули меня. Давай я тебя прибью, кстати. На тебе, на тебе. Нам тут навозы накинули. А, я, кстати, еще возродиться могу раз? Подожди, здесь, типа, люди всегда возрождаются. Вот вы твари, просто жирные твари. Ну, ну, в том плане, я просто обиделся на них, они типа нормальные на самом-то деле, я знаю. Так, у нас какие-то мячики. Надеюсь, меня больше не вытолкают, это надо куда-то прям в угол вставать, так, чтобы меня не выкинуло. Так, все ясно. Ну, меня не выкинули, точнее, да. Так, окей, окей, обычная, обычная дверь вроде такая же, так. Надо просто смотреть, куда забегает и выбирать что-то подобное. Так, окей. Так, все бегут туда, да? Идите в жопу. Идите в жопу. Погодите. Я что, опять просрал? Так, меня уже больше не воскресят, да? А, меня все еще воскресят. Я не понимаю, здесь типа воскрешение бесконечное или что? А, вот мне показывают, у меня, по-моему, чуть-чуть хп, да? Или нет, или что? Так, это изи, вот я уже даже вижу. А, ясно. Оно перевернуто теперь. Оно теперь перевернуто. Это еще сложнее, просто жопа. Так, окей. Главное, теперь надо быстро собрать. На тебе говно тупое. Так, окей, 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 окей. Оно должно смотреть вот сюда, вот сюда, вот сюда, бегом, бегом. Так, твари, твари, отходите от меня. Так, есть, я зашел. Мы хоть выживем, да? Так, окей. На тебе, говно. Я буду мстить каждому, каждому, кто меня толкал. Так, окей. Окей, тихо, тихо, тихо. Вот этот анимешник фигов. Вот он меня больше всего раздражает, меня больше всего бьет. Так, окей, теперь какой должен быть? Фух, это жопа, я, получается, больше не возражусь, да, уже, наверное, в этой игре? Или что, так? Чё? Нет! Идите в жопу! А без этого-то можно? Давайте бить кого-нибудь еще буду. Так. Это говно крутится! Это говно все еще крутится. Так, все бегут туда. А, нет, нам не туда, нам не туда, нам не туда, нам туда. Все, это жопа, я опять оттуда остался. Ну что это такое? Ну как это работает? Ну боже мой! Фу, опять мы в говне каком-то. Все, меня уже не воскрешусь, да? В этой игре. Ага. Угу. Дальше у нас только донейшн, да? Идите в жопу с донейшном. Окей, давайте просто последим. Последим, посмотрим, что надо делать дальше здесь. Потому что. Потому что я просто. Ну, это какой-то невозможный уровень, вот реально. У меня еще мышка. А, тогда точно, я знаю почему. Так, окей, давайте посмотрим, как, короче, играют другие, просто сделаем выводы. Так, у них тут следующий уровень сейчас, окей, давайте, мы будем следить. Вот, а, нет, давайте следить за вот этим вот анимешником, потому что он жесткий. Так, а как мне переключать пацанов, ребята? Так, секунду. Так, игра врубается, так, окей. Так, секунду, я тут проверю звук заодно. Окей, все нормально со звуком. Так,
Не, ребят, вы что, отключите геймпад каким-то образом? Так. Окей, ну, короче, будем тогда за этой девушкой следить, потому что мне только за нее дают следить. Окей, тут, как я понимаю, игра какая-то. И типа паркурить надо просто вот до туда или что? Или здесь надо повыше забраться? А, здесь надо избегать вот этого дебила, у которого таймер. Он типа, у него картошка, как я понимаю, да, с бомбой. Там АФКшит просто. Чевиха. Взяли, скинули ее. Это все, это чисто вот она рванула. А, теперь все ясно. Все ясненько. Окей. Так, быстренько поглощаем все приколы этой игры. Блин, печально то, что я сдох. Так. Я как я понял, то типа в каждой игре есть примерно по 5 типа возможностей возродиться, да? Или по 4. Вроде по 5, да, где-то? Нет, здесь скорее всего по 4, потому что 4 у них такое плохое число. Ну, там вот в Азии. А у нас как раз это вроде из азиатского или сериала, или фильма. Корейского вроде даже, или японского. Ну, короче, примерно там. У них число 4, это плохое число. Блин, вообще китайский. Ну, вот, короче, у них там 4, это плохое число. Так что, скорее всего, есть 4 возрождения. Типа такая отсылочка. Наверное. Так, допустим. Не, ну, вообще, мне кажется, в этом легко выжить, если у тебя нет картошки. И ну, когда ты спавнишься без картошки. Та-т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 а
спамит. Так, секунду. А, все, ребят, я ответил нормально. Так, что у нас тут? Ага, она все-таки рванула, и у нас выжил анимешник. Но я как раз захотел за ним следить, потому что он довольно жесткий, он довольно легко играет, у него легко получается и выжить. Так что будем следить за ним. Вот, так, окей, за ним идет Амогус. Мы сейчас ему Амогус передаст картошку, да? Он явно, видимо, профессионал какой-то, да? Смотри, он какие-то тут ульты свои использует, но вообще рванет. Просто анимешник. Ну и, в принципе, не жалко его, он меня постоянно выталкивал из этих комнат. Так что, надеюсь, он не возродится. Окей, идем дальше. Так, и он все-таки возродился. Опа, не понял. Не понял, что его схватить? А-а-а, он становится искателем, типа. Он искатель-самурай, все дела. Так это все-таки Япония, значит, да? Сериал японский, ну или фильм. Good luck. Ну, окей, все, у нас пацан погнал. Сейчас он будет убивать. А, нет, у них батл один на один. Типа синий против красного. А-а-а, Бейми. Теперь все ясно, так, окей. Получается, Амогус против пацанчика, у которого 0% чего-то. У этого тоже 0% у Амогусика. Еще кому-то чубошку раздает? Или что это такое? Что это за фигня висит? Но это не просто же так. Хотя она вроде не ездит вот так по сторонам. Так, что делать? В чем прикол игры? Get ready. Game start. Окей, погнали. И они сейчас должны драться. Окей, начинается battle. Battle Royale. Так, все, у них проценты повышаются. Это, как я понимаю, проценты на победу, да? Да, окей. Фигачится неплохо. Неплохо, слушайте. Так, как я понимаю, вот этот, за которым я сейчас лежу, он выигрывает, да? Или нет? Или да? А, нет, он проигрывает. У этого вообще уже 125 у красного. У Амогуса, короче, больше шансов на победу. Так, окей, Амогус его фигачит вовсю. Кто же все-таки победит у нас? Так, у Амогуса слишком много уже этих баллов, просто. У него уже 200 с чем-то, а у нашего персонажика синенького только еще 140 с чем-то. Окей, они бьются друг с другом. Так. А если они, допустим, выкинут кого-то в воду, вот, допустим, вот так. Это все, типа, это жопа, да? А, у него сразу же 0 баллов и все. А, так его еще и достают. Теперь все ясно, зачем эта фигня.
Так, окей, теперь он в воду упал. Теперь еще и за ним будут запускаться. Вообще-то говно так выглядит, как будто ему сейчас должны там все ребра сломать для того, чтобы вытащить. Так, окей, допустим. Они бьются, 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 бьются. Ага, у них все обнулилось, как я понимаю. Но и теперь уже выигрывает, получается, у нас синенький пацанчик. Ну, а Могас его опять догоняет, кстати. Все, Могас уже его перегнал. Вроде бы. Так, они друг друга постоянно перегоняют, вот так тусят. Но, короче, Могас, я думаю, все-таки победит, потому что Могас, он прям профи. Он выигрывает постоянно, тут разносит их постоянно. Так, окей. Получается, тот, кто падает в воду, того обнуляется. А тот, кто остается на суше, у него не обнуляется, да? Так, ну вроде бы так. Окей, вот он в воду упал. И сейчас у этого было 100 с чем-то, а у этого, получается, будет 0, да? Давайте это в счет проверим. Так, в итоге. У этого, да, у этого 100 с чем-то, а у этого 0. Good games. Он пишет все. Finish сейчас... him. Finish him. О! Fatality. О, чисто Mortal Kombat под конец такой подрубили, но это эпично было, это прям эпик, реально. Чё за звук? Кого? А, его после этого в психбольницу просто отправили, потому что он уже после этих боев стал сумасшедшим просто, да? Ну, в принципе, да, это то же самое, что и с игрой в Кальмара, там тоже поиграешь, и потом в психбольницу тебя увезут, если ты выживешь. Так, ну про Сэв что могу сказать? А, нет, подождите, его выпускают. Что за музыка? Победитель. XD. Ну, слушайте, ну этот прямо... Амогус в нем чувствовал силу. Амогусы они такие, они выигрывают, ребят. Ладно, вот такой ролик у нас получился. Thank you for playing. Без проблем вообще, типа... You're welcome. God's will. Ну что ж, ребята, вот такая вот игрулька, вот такой видосик у нас получился. Всем пока, улики. До свидания, дулики.